Пане Сергію, як вгамувати паніку людей? От як пояснити людям, що вони шкодять самі собі? Тобто по будь-якому курсу люди намагаються зараз купити долар. Навіть от є тенденція, люди депозити знімають для того, щоб купити по 30 чи навіть уже там по більшому курсу. Только, що пояснити людям? Тільки розумними діями влади. Тому що коли вони бачать, що дії неефективні, или иногда даже абсурдны, то тогда вступает в правило «спасайся, кто может». И это уже, ну и обвинять их сложно. То есть понятно, что каждый индивид рушит в целом государственную систему тем, что пытается, ну как бы, войти в валютную позицию и спасти свое финансовое состояние. Но это обычно, это объяснимо, и это понятно. И альтернатив цьому нема в цій ситуації. Ну, да. Нет, есть альтернативы. А какие альтернативы? Давайте скажем. Мы кусками выбрасывать не будем, и, собственно, эти альтернативы, они оглашаются, они обсуждаются. То есть, если Национальный банк имеет свою идеологию, имеет волю, то он просто объявляет. Сегодня он мечется, он не... Он объявил одно, а делает другое. Вот я о чем я говорю пану Александру, вот, что в данной ситуации он не может по-другому действовать, потому что он же сказал, что я не моя цель инфляция, а курс пусть плавает. Я говорю, что вот эта базовая ошибка, она не позволяет ему применять то, что необходимо делать в других условиях.